Медвежатник в Калининградском зоопарке в аварийном состоянии. Построили его в 30-х годах прошлого века и ни разу капитально не ремонтировали. Задняя стенка держится, что называется, на честном слове. Несколько раз в месяц сотрудники зоопарка укрепляют ее цементом. Медведи, в основном бурый медведь-самец, тоже принимают в этом определенное участие. То есть им нравится зацепить камешек, который слабый. Вот, и они начинают уже ковырять. Для реконструкции медвежатника нужно больше 20 миллионов рублей. Требуются деньги и другим объектам парка. В бассейне для ластоногих нужно построить очистные сооружения. В павильоны для слонов провести канализацию и систему вентиляции. Но взять средства негде. Годовой бюджет за ОСАДА 130 миллионов рублей. Они полностью уходят на корма, коммунальные платежи, зарплату сотрудников и небольшие текущие ремонты. 70 миллионов из этих средств дает городской бюджет. Остальное старейший в Европе зоопарк зарабатывает сам. Люди, которые приходят к нам, жители Калининградской области, зачастую нас сравнивают не с российскими зоопарками, они зачастую сравнивают с зоопарками ближайших соседей Польши и Германии. И поэтому в этом плане, конечно, нам достаточно сложно держать высокую марку, высокую планку. 3 года назад зоопарк планировали включить в программу развития Калининградской области, чтобы полностью реконструировать его к чемпионату мира по футболу 2018 года. Закладывали на это около 3 миллиарда рублей. Но потом бюджет программы урезали, и зверинец в нее не попал. Теперь городские власти рассчитывают хотя бы частично отремонтировать его по госпрограмме развития культуры на деньги из федерального бюджета. Нами подготовлена проектно-сметная документация на 2 объекта, то есть на 2 вольера, которые мы хотим реконструировать. Это дом тропической птицы и вольер для ластоногих с очистными сооружениями. Пакет документов нами передан в Федеральное министерство культуры. Ответы из Минкульта калининградские чиновники еще не получили. Но говорят, если Москва денег не даст, город попытается найти средства хотя бы на то, чтобы привести в порядок медвежатник.